Сухая, жаркая погода не отступает. Пожароопасный период продолжается. За одни только сутки в Раменском городском округе зафиксировано 5 лесных пожаров. В минувшую пятницу горела пойма. Сотрудники отдела надзорной деятельности продолжают напоминать о правилах поведения в лесных массивах и на своих садовых участках, где разведение открытого огня строго запрещено. Граждане относятся безответственно к тому, о чем говорит МЧС, о чем мы говорим, о том, что нельзя разводить никакие костры, шашлыки и тому подобное сейчас в такую сухую погоду в лесах. Готовность образовательных учреждений к новому учебному году. На особом контроле Быковская школа номер 15, где завершается глобальная реконструкция по президентской программе здания начальной школы. Задача – успеть до 1 сентября. Строители трудятся без выходных. На сегодняшний момент выпущена головная часть фасада, завершаются профильные работы, софиты сегодня уже покрывают, устанавливаются столбы под забор, а то освещение установлено. По остальным объектам. Школа 6-я Серова идет в графике, но с опережением в самом здании ведутся отделочные работы и монтаж оконечных устройств, монтаж оборудования. Параллельно ведутся работы по благоустройству, территории старой школы. Уже сейчас укладывается брусчатка, где главный вход старой школы. Здесь пойдут уже по новой брусчатке. На прошлой неделе вновь зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Болеть стали и медицинские работники. Под наблюдением в настоящий момент находится 862 человека. Вакцинация. За прошедшую неделю привито 1355 человек. Все пункты вакцинации работают в штатном режиме. Каковы первые симптомы ковида и как протекает эта болезнь? Ковидная инфекция также начинается с продавального гриппоподобного симптома комплекса, и распознать его на начальных этапах нужно только лабораторно, то есть путем обследования либо ПЦР-диагностикой, либо ИХА. 150 участков под индивидуальное жилищное строительство планируется выделить в этом году медицинским работникам. Такая мера поддержки помогает решить вопрос дефицита узких специалистов. Трудоустроены с начала года 64 врача, за прошедшую неделю 3 врача. 2 врача в приемное отделение, 1 врач-педиатр участков. Среди острых моментов проблемы с вывозом мусора, возникающие на территории округа. Огромнейшее просто количество мусора в виде опиловки и то, что косят, да, то есть от покоса на каждой контейнерной площадке вот именно в этот период. Со своей стороны всегда говорили, что готовы предоставить на территории территориальных управлений бункер объем 38 кубов для, так скажем, ликвидация вот этих несанкционированных стихийных навалов, вот опиловки, строяка и прочего. Но у территориальных управлений также есть проблема в том, что они не обладают техникой, которая могла бы загружать. На прошлые выходные только на одну площадку в Родники привезли порядка 200 кубов веток на газели. Эта газель, ну, мы пробили, да, она зарегистрирована в Люберцах, неизвестно, то есть Люберец возили еще, то есть, ну, привозили деревья, которые не с дачного участка, да, там, клены, ну, и прочие, которые не растут на дачных участках. Вот здесь тоже есть проблема, и пока вот боремся по мере, вот, скажем, возникновения. Новое кадровое назначение в администрации Раменского городского округа. На должность директора Чулковского территориального управления назначен Александр Веденин. Теперь о предстоящих событиях недели от Комитета по культуре. 27-го несколько наших учреждений культуры примут участие во всероссийской акции «Ночь кино». Это Дворец культуры Воровского, Победа, Родники и КДЦ Рыболовский. 28-го воскресенья на Дементьевском пруду состоится ежегодный туристический семейный слет. Проводит его КДЦ Дементьевский совместно с Теруправлением Кратова. Также 28 августа во Дворце спорта Борис Иглебский стартует Всероссийская спартакиада по бадминтону. Екатерина Фролова и Егор Кабанов для программы «Городские вести».